Итак, здравствуйте. Видео про диагностический разъем. Не то что разъем, кабель для газооборудования Завуля. То есть он аналогичен с БИРТИ, он и подходит и для того, как бы газооборудования. Что он из себя представляет? В общем, USB TTL с AliExpress можете заказать, 100 рублей, это цена вопроса. Еще понадобится два резистора, но здесь уже он уже у меня спаян, они соединяются в общую линию, K-Line так называемую, то есть RX-TX канал двумя резисторами соединяется в одну общую единую линию K-Line. Далее уходит кабель, то есть я уже все подключил, к самому диагностическому разъему газооборудования, и здесь используется черный и зеленый кабель, если не ошибаюсь, уже надо повторить, конечно, как я все это паял. Вот, и соединяется все это дело к мозгам оборудования. Как мы можем узнать то, что у нас вот этот TTL USB адаптер работает? Можем диспетчеру устройства посмотреть оборудование. Должно появиться компорт, то есть он пятый, вот это оборудование USB. Значит, все нормально, он определился, нажимаем, запускаем программу Завуля, то есть все есть на официальном сайте, и драйвера под этот USB, и сама программа. Далее подключение к КБУ, нажимаем. И идет сейчас считывание. Вот сейчас считывает текущую карту, зашитую в мозги. И мы можем смотреть эту карту и в дальнейшем корректировать ее. То есть обогащать, либо объединять смесь. Для чего это надо? Для настройки самого оборудования, соответственно. Если у вас на панели прибора загорелся чек при езде на газе, это говорит о том, что у вас объединенная смесь. И вам придется делать такой кабель и, соответственно, поднимать карту. Как поднимается карта? Очень легко, то есть подносите мышку, ну не мышку, уж как курсор, и тем самым вот так, вверх-вниз. То есть наверх это обогащаете смесь, ниже объединяете. Вот, я уже здесь все нашел у себя, свою конфигурацию. То есть у меня чек сейчас не горит, раньше горел после установки ГБО. Периодически пришлось его настраивать, то есть объединять, обогащать. Тем самым увеличивается мощность двигателя, ну и, соответственно, чуть-чуть расход газа. Но зато у вас как бы не будет гореть клапана, и газовая смесь будет хорошая в цилиндре. Вот, и как бы больше я надобности, после всех проведенных настроек, больше надобности в этом кабеле не видел. И не вижу сейчас, просто он нужен как бы вот таких... сказать, настраиваемых, когда нужна настройка оборудования. Все. Да, при установке ГБО мне настраивали это оборудование, ну как бы это были такие новые настройки, то есть оборудование не было обкатано, плюс характеристики меняются после какого-то пробега там. Но они сказали, после 10 тысяч примерно заедешь еще раз. Я заезжал, они как бы еще настроили, но как бы чек тоже опять загорелся, и как бы чтоб не зависеть от них, каждый раз к ним ездить, был сделан такой кабель, и как бы в дальнейшем уже корректировка произведена была мной самим. Вот, ну, схемы полно, как это устройство делается и как оно появится. Основная фишка вот это USB адаптере и двух резисторов, соединяемые в общую линию. Все, больше тут ничего такого странного нет. Используется здесь два кабеля, получается, вот в жгуте самом, который ходит, а здесь три. Здесь RX-TX канал и земля ГНД черный. Еще раз повторюсь, RX-TX двумя резисторами соединяется в общую линию K-Line. Это же на жгуте там это зеленый кабель, а черный это, соответственно, уже земля. Все. В общем, вот такое видео про диагностический кабель для газооборудования Завуля. Вот сейчас машина работает на газе. Пошли.
работают. Все на этом. Всем спасибо за внимание. До свидания.